Значит, первый день, этап подготовительный завершен. Вот про вот эти вот перепады, вот эти перепады, я и говорю. И, по сути дела, все закроется, но сейчас самое главное, это вся шкана ровно, то есть ладно на нее чугунный гравоключный станет. И плюс дополнительно нам еще дал хороший слив. Вот эти 4 сантиметра. Здесь у нас получается практически под 0 рублей. 2 получилось, а туда 4. Что-то было 4 сантиметра. Вот такая красота. Неписуемая. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует. Сантехники, кстати, не пришли. Время 2 или 3 час дня. Так, промежуточный этап работает. 2 день. Выложили плитку. Пока это все выглядит так, ждем сантехников. Здесь выровняли немножечко. Вот пластик. Продолжаем работу. Итак, ну что, ребята пришли, сделали разводку, очень порядочные ребятишки оказались. Вот, все те заработанные деньги, которые мы отдали, естественно, они еще делятся с организацией. Без этого никак. Еще один рабочий день подходит к концу. Сейчас все это выглядит вот так вот. Краны стоят внизу. Все окультурено. Все беленько, светленько, чистенько становится. Завтра будем делать разводку, шпаклевать, может быть, по периметру. Профиль пробьем для потолков. Посмотрим. Так, розетка выведена под стиральную машинку. Сейчас это все выглядит вот так вот. Мне уже нравится, как все идет. Из такого говна делается вот такая конфетка. Почти.